быстрее. Просто уходим. Вы меня не поймайте, я на лошади. Вы меня не поймайте, я на лошади. Я на лошади! Нахер пошел. Нет. Ауч. Попал по мне урод. Чувствую, убьют лошадь. Убьют ее нафиг. Что им от нас нужно? Ваши жизни им нужны. Ну, давайте отморозки. Нифига, да посмотрите, за одной девчонкой целый полк прислали. Не надо в лошадь стрелять. Лошадь хорошая. А вот вы не очень. Твари. Ну блин. Нет. Черт. Это очень плохо, да? Это очень плохо. Так. Это очень плохо. Вон там, у лошади. Не поняла. Бежать. Ауч. Так, дух немного перевести. Давай. Ничего. Чувствую, эта ночь будет длинная. Тихо. Я слышу, они за дверью. Тут погляжу. А, ну-ка, вот они. Гляньте в хибаре. Может быть, имеет смысл их всех переваншотить? Тихо, с лука. Я готова его принять. Говнюк. Очень точно выражение. Твою мать! Подонок. Один остался. Дробовик! Перезаряжай. Обратно. Никого не вижу, никого не слышу. Так, и куда теперь? Нам обязательно их всех перебить надо? Такой вот нескромный вопрос. Или, может быть, мы все-таки имеем какую-то конечную цель пребывания? Куда они делись? Куда они делись? Блин, она прям как, знаете, как хищница какая-то. Где они? Куда они делись? Вот подонок. Убью гада. Одного я видел где-то вон там. А, вон вижу одного. Вон еще гады лезут. Так, тут ничего не лежит.
Не, тут ничего не лежит. Так, тут укрытий нету. Ладно, подождем, пока он выйдет. Я его просто зарежу. Говнаря, пошел не туда, куда надо. Их там двое. Что у тебя? Ничего. А у тебя тоже. Ищем дальше. Заглянем в дом. Капец, целая орава мужиков на одну девочку. Что, может перебить их? Прямо здесь? Давайте по одному их все-таки пытаться выцеплять. Господи, слишком брутально. Так, это мой телефон, ребят, был. Блин, надо привыкнуть уже звук на нем выключать. Но я вроде бы их далеко увел от Джоэла. Ну как я увел? Элли увела. Вроде как не должны его найти. Вот так. Ну я очень много противников обошел. Только не упасть в воду. Не упасть. О, черт. Да, она же плавать не умеет. Падение в воду будет фатальным. Есть. Так, ну вроде бы да, я миновал кучу противников. Так, что, пистолет давайте перезарядим. Так, тут ничего нету? Точно ничего? Не, комиксы есть. Комиксы классная штука. Блин, она даже не комментирует никак свою находку. Так, подожди. Давайте по крафту. Нужна аптечка. Хотя бы одна. Так, а нам действительно сюда? А, да, точно сюда. Штука загородила дорогу. Или не сюда. Черт его знает, я еще не определился. Вот так. Черт. Ага. Все-таки сюда. Лодочка в речке. Так. Мне в другую сторону. Джоэл, держись. Куча укрытий, смотрите. Возможно, здесь придется драться. Да-да-да. Так и есть.
эта мразь. Ах ты! Да отпусти ты меня! Сбоку. Но! Как тебе такое понравится? На тебя! На! Как же мне это нравится! Да. Сукин ты! Сам ты сукин! Ауч! Вот ты где! Подонок! Ни у кого патронов лишних не валяется. Бутылки, бутылки. Я не представляю, как можно эту игру пройти по стелсу. Небось, еще никого можно не убивать. Как отсюда выбраться? Хороший вопрос. Отвечать я на него, конечно же, не буду. Угу. Я не хочу здесь застрять. Не застрянешь, я надеюсь. Так, вот, теперь аптечку можно сделать. Да и сразу давайте вылечимся. А, где же выход? Вот он, наверное. Или вот он. Так, надо каждый угол посмотреть. Мало ли, что здесь может валяться. Ничего. На этой стороне домика. Откуда ты там взялся? Так, глюки или наверное? У тебя глюки. Наверняка. Тихо. Откуда ты взялся там? Тихо, тихо. Я думаю, он меня не увидит. Готов. Да. Ничего себе, забил до смерти. Я даже не увидел его. Как-то я вот этот угол проморгал. Так. Так, я знаю, что там двое.
Да, он стоит в прицеле. Его слухом не видно. Вернее, не слышно. На этой стороне домика. Ну окей, вот там и стойте. Нельзя. На! Вроде бы все. Да ты чё, сдурел что ли? Тихо. О тебе заботишься? В смысле обо мне заботишься? Вот так. Вот так. Вот скотина, а. Подобрался еще сзади. Я знал, что с тобой что-то нечисто. Блин, ну разумеется, сосед на ночь глядя проснулся. Ненавижу тебя. Как самочувствие? И ты еще спрашиваешь? Ну, супер. Ну-ка подойди, войди в клетку, я тебя сейчас... Вот. Поешь. Ты голодная? Давно тут лежишь? Что это? Оленина. Ты уверен? Пополам с человечиной? Нет. Нет, честное слово. Это олень. Ты просто животное. Ты легко судишь других. Как будто вы с другом никогда не убивали. Пошел ты. А что нам оставалось? Ну а нам что остается? Скажи. Что ты хочешь от меня? Убиваем, чтобы выжить. Как и все. Заботимся о своих. Тут любые средства хороши. Что теперь? Разрубите меня на кусочки? Не хотелось бы. Как тебя зовут? Врёшь, как дышишь. Напротив. Я с тобой откровенен. Теперь твой черед. Иначе я не смогу убедить остальных. Убедить в чем? Что ты нормальная. Нормально? Храбрая, верная. Особенная. О, ясно. Очень смелый ход. Глупая девчонка! Я пытаюсь спасти тебе жизнь, а ты мешаешь. Что теперь сказать остальным? Каким образом ты пытаешь спасти мне жизнь? Что? Закрыв... Скажи им. Девочка Элли сломала твой сраный палец.
которым ты ковырялся у себя в жопе. Как ты говоришь, а? На кусочки? До завтра, Элли. Да, ситуация безвыходная. Джоэл, доброе утро. А мы как раз... Больно. О тебе вспоминали. Элли. Так, надо же, даже на ногах стоит. Можно влутать свое собственное жилище. Что тут у нас? Блин, мы живем как бомжи. Так, оставим все пока как есть. Не, смотри, что-то он как-то лихо соскочил. Где же ты? У тебя голова случайно не кружится, Джоэл? Так резко вставать после принятия антибиотиков не рекомендуется. Ух, холотрыга. Сколько месяцев он вот так пролежал? Элли! Куда она убежала? Подальше от тебя. В положительном смысле, между прочим. Чтобы тебя никто не достал. Давайте прибавим шагу. Что? Говнари. А у меня аптечки нету. Пускай подходят сами. Или может я все-таки могу скрафтить аптеку? Не, не могу. Ну, как-то их придется выцеплять. Страшно, капец. Ай, огонь на подавление дают. Ваш запас ограничен, на счету каждая пуля. Так, давайте другое укрытие тогда займем. Да ты чё? Ещё что ли где-то там стреляет? Не могу понять. Да, вот здесь вот нужна снайперская винтовка мне сильно-сильно. А, да, вон тот засранец-то меня и убил. Вы меня не достанете, я слишком неуязвим. О, не понял.
прострел, что ли? Прицелом не догоняю маленько. Затаились говнари. Куда они делись? Беги! А, вы испугались, да? Ну тогда надо устрашающе гнаться за ними. Дерьмо. О! Откуда? Я в последний момент их увидел, что они слева стоят. Да ну блин, вы серьезно? Ладно, давайте вот по той же схеме. Так, ждем вот, вот отсюда должен товарищ выбежать, да, вот он. Что? По голове попал, я даже не понял, откуда он стрелял. Блин, что такой этап сложный? Не могу понять. Так, ждем его. Так, все. Эффект запугивания сработал. Пускай убегают. Я полутаю здешних уродов. Ничего, да? Да чтоб тебя, черти дрюкали. Видел? Вот и попался. Так или иначе ты мне скажешь? Не могу понять, где он. Блин, аптечка сильно нужна. Тебе гердык, сука! Конечно. Гердык. Блин, самое главное, так еще тихо сидит. Во, хоть что-то. Да, вот она, спасительная моя.
Да откуда ты взялся? Кончай его! Держи его! На тебе! Пойдешь со мной. Пусти. На тебе! На! Что тебе нужно? На! Мне нужны все твои зубы! Отдохни. О, да, теперь сейчас с тобой. Так. Девочка, она жива? Девочка. Какая еще девочка? О, чувак, тебе лучше не шутить. Сука! Смотри сюда, сюда. Я тебе сейчас колено вышибу. Девочка. Она жива. Дэвиду приглянулась. Где она? В городе. В городе. Поставь метку на карте. И не дай бог твой дружок отметит другое место. Метку. Она там. Можешь проверить. Спроси его. Давай. Он скажет. Я не вру. Не вру. Ты охренел? Он все тебе сказал. Я буду молчать. Ну молчи. Я ему верю. Стой. Хорошо, Джоэл, хорошо. Надо запомнить. Вставай. Пусти. Ну, хватит. Прекрати. На. Я говорил. Я заражена. Заражена. Да ну. Да ну. И ты тоже. Не веришь? Задери рукав. Ну, смотри. Ну ладно. Как говоришь, случайностей не бывает. Что это такое? Хорошая уловка, Элли. Она бы уже превратилась. Не похоже на разводку. На тебя! Мой нож. Ну все. Все, теперь я вооружена и опасна. Блин, нифига не видно. Что за фигня тут творится? Бежать. Элли, ну куда же ты? Подальше от тебя, психопат ненормальный. Мне нужна пушка. Так, я смогу. Так, любой ствол. Слушайте, может быть и рюкзак где-нибудь мой неподалеку валяется, как считаете? Тут ничего. Твою мать. Так, эффект запугивания сработал. Он поверил нам. Палку, мы многое прощали. Эта малявка убила нас. Так, сейчас лучше мне попадаться, потому что я безоружен. Ну как безоружен? У меня есть неубиваемая заточка. Где девка? Она вон там. Чекайте.
Тут ничего. Ладно. Они повсюду. Куда? Куда? Вовнутрь. Да, прямо-таки повсюду. Может быть, по бочонкам нам надо бежать, как считаете? О, тихо. Ты тут один? Сзади тебя, говнюк! Пистолет. Прекрасно, один патрон. Ты хотел убить меня одним патроном? Чувак, ты слишком сильно переоцениваешь себя. Там их целая куча. О, зал игровых автоматов. Развлекательная комната, видимо. Игрушки все растаскали почти. Блин, ну у меня всего один патрон. Ой, тихо. Сукин ты... А, вас там дохера. Не заметил вас. Вам бы колокольчик на шею повесить. Вот вы так тихо ходите. А, значит, теперь вы сами сюда решили зайти. Да капец, а. Так как... Бутылку кидай в него. У меня здоровье уже нулевое. Они все палят и палят, палят и палят. Так, в этот раз я приготовлю бутылку. Если она укусит, спокойно, она не кусается. Говорю же, у нас могут быть проблемы. О, как лихо заскочил. У нас проблема, и мы ее решим. А теперь соберитесь. Будем искать ее. Не было выбора, они вдвоем. Ах ты! Да капец! Здесь целая толпа этих мужиков! Целая толпа в одном сраном домике! Ладно, имеет смысл поменять тактику выживания. Давайте в этот раз сюда не будем заходить, а просто пойдем... Эх, просто валим отсюда. Да капец! Так, на пролом не получается. Стелсить тоже не получается, их слишком дохера. Ладно, давайте выждем. Так, двое вас тут, да?
Ну, пускай они там ходят. Я текаю отсюда. Куда идти? Из-за снега я не вижу белые силуэты. Где они? Не знаю, их не вижу. Так, вон один. Чё, убьем его? Давай, 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 давай. Он нам нужен. А второй ты там откуда взялся? Блин. Да капец, почему их так много тут? Ладно. Все, давайте тогда не высовываться. Да-да, мечтайте. Решение своей проблемы. Так. Все. Идем. Куда идти? Чш-чш. Так, двое точно вон там. Но я поползу дальше. Холод собачий. Это еще что? Офигеть, буря скрывает нас. Твою мать! Ай, надо бежать. В смысле он? Я хотел сказать она. Тупик! Здесь тупик! В окно, в окно, в окно. Они не будут искать меня внутри, правильно? Ой-ой-ой. Давайте так. Очень щедро дают аптечки. Давайте тогда ими пользоваться. Слушайте, я... Никого здесь не вижу. Обратите внимание. Битые стекла. Много укрытий. Босс-файт какой-то будет? Я крафтить не могу, потому что нету портфеля. Тебя легко найти. Как это ты? Ну и ладно. Не убежишь. Это мы еще посмотрим. Ключи-то. А бутылки нету. Вот они, у меня. Ты не заражена. Зараженные так за жизнь не цепляются. Можно добыть ключи. Убить его. Молодец.
Все будет хорошо. Ты всегда меня удивляешь. Так что ты прямо. Господи, еще так точно попадает в меня. Никаких подручных предметов даже. Никаких подручных предметов нету, чтобы... Да, я выше вас, я высшее существо. Так, судя по всему, его все-таки нужно только сзади атаковать. Но там стекло лежит. А здесь перелезть, кажется, нельзя. Ох, рано или поздно я тебя подловлю. Главное на битую посуду не наступить. Давай! Беги, зайчик, беги. А, и теперь он крадется. Шкирица засранец. Доберусь я до тебя. Там главное не упускать его из виду. Он все еще там сидит. Мы можем его подловить. Сидит, да, сидит. Смотрите, какой говнюк перебегает. Я доберусь до тебя. Ох, как я до тебя доберусь. И где мы? Как его ловить? На третий удар. Если два удара еще как-то более-менее понятно, то как долго с ним... О!
Ты себе не представляешь, как мне будет приятно тебя убить. Бежит. Да ты чё? Так. Пойдемте тогда в другую сторону. Добыча! Как удачно! Так, и меня сейчас за Джоэла переключат, да? Это да. И вот я здесь. Она. Капец, чего здесь так много? Я просто уйду. Понял? Ауч! Откуда ты тут взялся? Слушай, ты чего? Ты успокойся. Давай по-хорошему, а? Да откуда он взялся? Вернее, откуда стреляет? Я не могу понять. Охранять убежище. В городе зараженный. А мы... Нового выхода. Послушайте, она смертельно опасна. И мы не знаем, где она появится. Продевайте ее. Чтоб тебя! Зараза! Ауч. Ага. А Молотов летит. Держи его. Изначально вот так и надо было, наверное, действовать. По одному всех убивать. Так, вон там, я помню, два шкета стоят. Но я все-таки предлагаю посмотреть местные углы. Может быть, что-нибудь валяется. Вон. Блин, из-за огня не вижу.
Здесь пройти нельзя. Все-таки в эту кишку придется лезть. Головешку. Так, теперь еще вернемся за лутом, который здесь есть, я точно помню. Вот на этой витрине. Да, один скотч. Или что это, сахар был? Так, не торопиться. Давай не будем торопиться. Заснеженный экран очень классно выглядит. Твою мать! Ты заплатишь! Это все засранцы, которых не перебила Элли тогда. Поймайте, вот черт! Вас вроде бы было больше, разве нет? Тихо, Шкет сидит. Так, у тебя что-нибудь есть? Ничего. Блин, слушайте, холодно довольно. Так, куда мне идти? Ключевой вопрос этой миссии. Нет, все-таки, наверное, я в правильный переулок нырнул. Да, дверь. Я не заметил ее. О, тепло сразу как стало. О, гляньте, чей рюкзачок. Рюкзак Элли. Прикольно, рассмотреть можно. Что за хрень? Откуда здесь вещи Элли? О, господи. О, боже. Да эти уроды каннибалы. Я должен ее найти. Людоеды. Должен ее найти. Найдем, найдем, найдем. Не нервничай так сильно. Так, давай тогда сменим арсенал. Например... Например, на вот такой... Огнемет, давайте возьмем огнемет. Сейчас прикиньте, выхожу за дверь, и там 10 человек на меня пистолеты направляют.
Ты глянь, нет. Эли. Но очевидно, нам туда. Так, слушай, что-то слишком долго сижу за этой серией. Надо бы уже это самое заканчивать. Мачете. И стопудово он сейчас оправится раньше меня, и я не смогу добраться до этого оружия. Я даже камеру не могу никак повернуть, чтобы посмотреть по сторонам. Ну. Знал, что ты бойкая. Ладно, сдавайся. Это не стыдно. То есть нет. Не в твоем стиле, да? О! Избивать бедную девчонку. Давай, умоляй. Пошел ты. Самое умное, а? Думаешь, ты меня раскусила? Ты не представляешь, на что я способен. О, да. На! Убей его! Был очень трогательный момент в самом конце. Весна. У Эли новый прикид. Эли! Эли! Че ты залипаешь? Ты слышишь? Нет. А что? Нет. Смотри. Больница. Конечная остановка. Пойдем, детка. Чем? Перерыв может? После такой долгой серии? Блин, ну и подонков мы повстречали. Это да. Таких еще надо поискать. Ладно, давайте перерыв.